Привет всем, с вами на связи канал Сделай Сам, и сегодня в этом видео я хочу поделиться с вами уроком о том, как включить или отключить гибернацию на Windows 10. Самый простой способ включения или отключения режима гибернации – это использовать командную строку. Нам для этого потребуется запустить ее от имени администратора. Для этого нажимаем правой кнопкой мыши на меню «Пуск» и выбираем командная строка «Администратор». Перед нами открывается командная строка, в ней вводим следующую команду – powercfg. Пробел, тире H, пробел и off. И нажимаем Enter. Все. Тем самым мы отключили режим гибернации и тем самым удалили файл Hiber File Size жесткого диска. А также отключили опцию быстрого запуска Windows 10, которая также задействует эту технологию и без гибернации не работает. Для включения режима гибернации нам необходимо использовать команду powercfg-h-on. То есть так же самое мы вводим эту команду, только на конце у нас будет не off, а on. То есть вводим powercfg-h, пробел on и нажимаем Enter. Таким образом мы включаем режим гибернации, но учтите, что эта команда не добавит пункт гибернации в меню пуск. Вот. Отключаю ее снова, или оставлю, в принципе, так. И еще один способ отключения гибернации – это использовать редактор реестра, для запуска которого можно нажать клавишу Windows плюс R и на клавиатуре ввести regedit. Нажимаем клавишу Windows и R, открывается «Выполнить», вводим команду regedit и нажимаем «Ок». Открывается редактор реестра. Нам необходимо в разделе Klocal Machine System дальше Current Control Set, дальше Control, дальше Power, находим значение гибернаты Enabled. То есть вот это вот значение нам необходимо отредактировать. Дважды кликаем по нему и устанавливаем значение 1, если гибернацию следует включить, и 0, чтобы отключить. У нас, поскольку я в командной строке ее включал, то у нас стоит единичка. Для того, чтобы отключить, я ввожу нолик и нажимаю ОК. Все, файл режим гибернации мы отключили. То есть два таких способа, наиболее быстрый вы определите сами для себя. По моему мнению, все-таки это будет командная строка. Вот, спасибо за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки вверх. Всего вам доброго, до свидания.